буду занимать много времени, потому что очень много выступающих, и все прибывают и прибывают. Я хочу поприветствовать вас в нашей библиотеке. И сегодня Дима очень много говорил уже о Владимире Высоцком, которому посвящен, собственно, вечер. Но я хочу выразить слова признательности вот именно Дмитрию Каледину, который 4 года назад создал наш арт-салон-мастер, который действительно занимает достойное место и в жизни нашей библиотеки, и в жизни, я думаю, что не побоюсь этого сказать, и города, потому что со всей Москвы, с области, Санкт-Петербурга к нам приезжают талантливейшие поэты и музыканты. Дим, спасибо тебе, и продолжайте программу. Ну вот, нарвался на комплимент. Так, Александр Дубинин. Да, сейчас мы приглушим, чтобы как в театре.